побеждать самому и вести к победе воспитанников принцип работы Евгения Завьялова, тренера детско-юношеской спортивной школы номер 16 городского округа Самара, обладателя 3-го дана по айкидо. В год педагога и наставника смотрите на телеканале «Самара ГИС» новый эксклюзивный проект «Призвание педагог». В этом выпуске 8 ноября 18:45 расскажем о Евгении Завьялове. Он один из лучших детских тренеров России по айкидо.